Всем привет, с вами снова Влад, и в сегодняшнем видео я покажу вам, как сделать вот такой оригами меч своими руками. Итак, приступим. Для того, чтобы сделать меч, нам понадобится квадратный лист бумаги, после чего возьмем его и согнем по диагонали. Итак, есть, согнули, разворачиваем наш квадрат и согнем его по второй диагонали. Итак, есть, разгинаем наш квадрат, и вот у нас получились такие вот две линии диагонали. Теперь берем один из уголочков нашего квадрата и сгинаем до центра. Итак, вот таким вот образом, и точно так же делаем сверху. Итак, есть, подогнули, вот что у нас получилось, и теперь переворачиваем наш лист бумаги. Итак, есть, перевернули, теперь мы должны низ нашего листа бумаги подогнуть к центральной линии. Итак, для этого берем вот таким вот образом, и наш лепесток, который мы делали, мы его выгибаем вот таким вот образом. Итак, есть, вот что у нас получилось, точно так же делаем с другой стороны. Итак, есть, выгнули, вот что, какая фигурка у нас получилась. Теперь берем один вот этот вот уголочек и сгинаем также к центру. Итак, пальцами хорошо изгибы прошлись, точно так же делаем симметрично с другой стороны. Итак, есть, сделали, и вот какая фигурка у нас получилась. Теперь разворачиваем ее вот таким вот образом. И теперь берем низ нашего листа, мы должны подогнуть к вот этой вот точке. Итак, берем вот таким вот образом, к этой точке подгибаем. Так, есть, подогнули, хорошо, здесь изгибы проходим пальцем. Итак, прошлись, и теперь берем вот эту вот часть, мы должны отогнуть назад, чтобы у нас здесь получилась складочка. Итак, вот таким вот образом, где-то, я думаю, настолько. Итак, есть, отогнули, и вот какая складочка у нас должна получиться, как мы видим. Итак, теперь что мы делаем? Теперь нам нужно заняться созданием ручки у нашего кинжала или меча. Итак, для этого мы должны вот эту вот часть согнуть пополам. Но если мы будем сгинать, как мы видим, нам тут бумага не позволяет. Для этого берем вот так вот пополам, здесь согнули с одной стороны. Вот таким вот образом придерживаем пальцем. А здесь, как мы видим, у нас появляется вот такой вот треугольничек. Мы этот треугольничек должны разогнуть. Вот, вот таким вот образом. И все, получается, у нас создалось. Вот здесь мы, получается, согнули пополам, а здесь у нас получился такой треугольничек. Точно так же делаем с другой стороны. Итак, сгибаем пополам до центра. Итак, согнули, придерживаем пальцем, чтобы оно у нас не раскрывалось. И вот здесь раскрываем, как мы видим, такой треугольничек. Итак, пальцами здесь хорошо нажимаем, чтобы придать форму правильную. И вот, как мы видим, ручечка у нас-то вот такая вот у меча получилась. И теперь, собственно, займемся созданием лезвия. Для этого, вот как мы видим, здесь у нас вот такая вот линия. И по вот этой вот линии мы должны согнуть наш кинжал в обратную сторону. Вот таким вот образом переворачиваем и в обратную сторону сгинаем. Итак, есть, хорошо, пальцами изгиб прошлись. И вот, как мы видим, у нас есть, уже существует здесь изгиб. По этому изгибу мы выгибаем наш лист в обратную сторону. Итак, есть, выгнули, и вот что у нас получилось. И теперь мы должны наше лезвие нашего меча согнуть пополам, чтобы оно стало уже, как и наша ручка. Для этого точно так же берем вот эту часть нашего листа, подгибаем к центру сперва, держим здесь пальцами, а здесь точно так же сгинаем треугольничек. Не знаю, как, чтобы вам было видно, вот таким вот образом. Вот мы подогнули к центру, и вот здесь делаем, как мы видим, треугольничек. Так, здесь сгибаем, можно пальцами помогать. Вот таким вот образом. Итак, есть, согнули, как мы видим, одну часть нашего меча. И теперь делаем также с другой стороны.
подгибаем к центру сперва. Итак, подогнули к центру, держим пальцами. Так, здесь к центру, здесь к центру. А здесь на конце мы должны сделать треугольничек. Вот так пополам сначала сгибаем. И вот здесь хорошо пальцами нажимаем, чтобы придать форму такую, как нам нужна. Итак, есть. Вот так вот согнули с трудом. И вот такая вот фигурочка у нас получилась. И теперь нам нужно нашу ручку сделать более туповатой. Как мы видим, она у нас такая острая. Берем вот эту вот часть и подгибаем вот так вот. Вот этой вот точечке. Вот так вот делаем. Хорошо, здесь все линии изгиба прошлись, чтобы наш меч сам не разгибался. И можете, в принципе, вот здесь вот капнуть клея, чтобы у вас он держал форму. Итак, есть. Сделали, переворачиваем наш меч. И вот такой вот меч у нас получился. Можете раскрасить его в какие-либо цвета, разукрасить так, как вам нужно, и будет смотреться очень даже эффектно. Или же вы можете даже сперва сделать его из цветной бумаги. И вот, в принципе, в уроке и все. Также не забывайте смотреть наши предыдущие уроки. В них вы найдете много полезного и интересного. Также не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал. Итак, с вами был Влад, друзья, и до новых встреч. Пока!